Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа «Республика». В студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Второй хлеб. В Чебоксарах открылась межрегиональная выставка картофеля. Важные вопросы. На сессии Госсовета Чувашии депутаты внесли изменения в законы. Музыка души. В Чебоксарах прошел благотворительный концерт супругов Макарских. Из пробирки и из печки. Новые сорта картофеля и его вкусовые качества презентуют на межрегиональной выставке. В Чебоксарах в 11-й раз собрались ведущие селекционеры страны и руководители сельхозпредприятий. Подробности в следующем материале. Выставка картофеля бьет рекорды по количеству участников. В этом году более 80 экспозиций. Постоянные гости в республике – белорусские компании. Предприниматели из Минска планируют наладить партнерские связи с аграриями Чувашии. Не хотите организовать у нас? Ну, будем думать о предложении. А что, землю в аренду? Отлично, все получите на 49 лет. Мы будем вашими помощниками. На стендах новые сорта. Картофелеводы республики сейчас испытывают семена, обогащенные витаминами. Этот сорт у нас хотим вывести. Новый сорт, диетический, синий мякоть. Там говорят, сами, не, конечно, мы не проверили, но говорят, что антиоксидантные вещества там много. Полезная, кто болеет диабетом. Селекционная наука, отмечают специалисты, шагнула далеко вперед. Премьера сезона – разноцветный картофель. Надо разноцветный картофель продвигать потихонечку, потому что это здоровье. Если пойти, Вот это разу интенсивно бывает, это слабо, бывает краснее. Содержание аминных кислот больше, да, получается? Да. Большим спросом сейчас пользуются влагостойкие сорта и семена, устойчивые к вирусам. Выставка второго хлеба привлекает огромное количество гостей. От руководителей крупных предприятий до дачников. Депутат Госдумы Леонид Черкесов признался, что и сам старается приобретать картофель именно здесь. 11 раз участвую и каждый год что-то новое для себя лично познаю. И новые сорта. Вот на этот раз решили новый сорт еще дома попробовать выращивать. И, конечно, очень здорово. Эта выставка помогает наладить деловые отношения с другими хозяйствами за пределами нашей республики. Сейчас в республике картофеля выращивают больше, чем его потребляют. Михаил Игнатьев отметил, что аграрии Чувашии должны увеличивать экспортные поставки второго хлеба. Уверены сами сельхозтоваропроизводители. Они потому что приезжают на выставку, демонстрируют свои достоинства и перенимают опыт. Я вижу вот покупателей семенного картофеля, там практически даже на улице очереди выстроились. Значит, и горожане хотят выращивать этот продукт, этот картофель, и все это востребовано на рынке. Во-вторых, конечно, селекцией надо заниматься. Генетика в одно время у нас была потеряна, но на сегодняшний день селекционно-семенной центр картофеля создали мы в Комсомольском районе. Я сегодня посмотрел, убедился, на самом деле уже на первом этапе есть хорошие, достойные результаты. Селекция картофеля – федеральная программа, участие в которой принимают и аграрии Чувашии. В этой программе мы будем строить теплицы. Первые шаги уже сделаны. Лаборатории открыты по ПЦР. Мы уже занимаемся микроклональным размножением картофеля. Сегодня, если мы хотим наращивать производительность труда, важно менять технологии, важно менять мышление. Развитие картофелеводства как раз и обсуждают участники выставки. В деловой программе дискуссионные площадки и научно-практическая конференция. К агрофоруму подготовились и кулинары. За сколько ночей приготовили? За ночь. За ночь? Несменные повара. Из второго хлеба за ночь приготовили 190 блюд. От вареников до картофельной колбасы. Сначала картофель отваривается, потом туда пропускаем мясо и этот нанизываем, да? Доводим до вкуса и набиваем натуральную оболочку. Мы выбираем для приготовления своих блюд сорта, выращенные в Чувашской республике. К отраслевой выставке приурочили и конкурс фотографий, рисунков и подделок из картофеля. Авторам лучших работ вручили призы. Дмитрий Ковалев, Галина Титарчук и Павел Редков. Республика.
В рамках межрегиональной выставки состоялось и подписание соглашения о сотрудничестве между Минсельхозом Чувашии и обществом ФОС «Агро Волга». Компания начала работать на нашем рынке с середины 2017 года и стала одним из ведущих поставщиков комплексных удобрений. Основу ассортимента составляет экологически чистая фосфоросодержащая минеральная продукция. Сегодня председатель Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков провел видеоконференцию. В ней участвовали руководители регионов, в том числе и глава Чувашии. Платежная дисциплина при поставках и использовании природного газа в стране по-прежнему оставляет желать лучшего. Задолженность в целом по стране, к сожалению, не снижается и составила практически 181 миллиард рублей. За прошлый год мы считали, что, может быть, как-то стабилизируем, не прирастем. Приросли на 11 миллиардов рублей. Специалисты ведомства в течение года регулярно выезжали во все регионы, работали по погашению задолженности. За 10 лет, отметил Виктор Зубков, компания инвестировала в субъекты более 300 миллиардов рублей и вправе рассчитывать на отдачу. Но не все регионы выполняют взятые на себя обязательства. Поэтому «Газпром» принял решение, что дальнейшее участие в газификации территорий будет зависеть от платежной дисциплины последних. О принимаемых мерах по укреплению платежной дисциплины потребителей газа доложил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Суммарная просроченная задолженность потребителей за потребленный природный газ на 1 января 2019 года составила почти 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Более 70% приходится на коммунальные технологии. Примечательный факт – задолженность за газ по группам бюджетные потребители и население за 2018 год сократилась на 27,5% и на 8% соответственно. Чтобы решить проблему, из республиканского бюджета муниципальным образованиям будут выделены субсидии на погашение просроченной задолженности за газ. Председатель Совета директоров «Газпрома» предложил провести в Чувашии по итогам первого полугодия 2019 года выездное совещание по вопросам расчетов за поставленный газ с участием организаций должников. Для движения вперед задействовать весь имеющийся потенциал в приоритете привлечения инвестиций и сокращения долговой нагрузки. Такие задачи поставил глава Чувашии перед властями Новочебоксарска. В городе спутники подвели итоги работы за прошлый год и обозначили планы на перспективу. Подробности у Дмитрия Ковалева. Для инвесторов в городе спутники – благоприятная среда. За последние годы в Новочебоксарске создали тысячи рабочих мест. Скоро на базе «Химпрома» откроется и новый завод по выпуску пероксида водорода. Такие проекты напрямую влияют на развитие экономики муниципалитета. Объем инвестиций по городу Новочебоксарску за прошлый год составил более 5 миллиардов рублей. Общий экономический оборот предприятий города Новочебоксарска по итогам 2018 года составил 51 миллиард рублей, или 117% уровню 2017 года. Средняя заработная плата за 2018 год составила 29 тысяч рублей, что на 13% больше, чем в 2017 году. Уровень безработицы составил 0,57%. В бюджете Новочебоксарска увеличиваются объемы собственных доходов. Но заработать в прошлом году город мог и больше. Порядка 40 миллионов рублей долги арендаторов муниципального имущества и земельных участков. Глава республики отметил, что местные власти должны управлять городским хозяйством эффективнее. Мы говорили, вот этот вопрос мы сейчас будем вносить на заседание совета по противодействию коррупции и так далее. По республике я могу сказать, вот вчера в Чебоксарах я был, соответственно, каждый год обсуждаем 480 миллионов рублей долга. Недавно проведенный соцопрос горожан выявил и другие проблемы. На первое место ставят проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 55% от опрошенных. Вот это прямая компетенция органов местного самоуправления. На втором месте качество медицинского обслуживания. Мы должны говорить о перспективе, о молодежи. Необходимы перемены к лучшему. Действенным инструментом развития города-спутника должны стать национальные проекты. В этом году в муниципалитете продолжится реализация программы по ремонту дорог и дворов в планах и благоустройства Ельниковской рощи. Прошу учесть, или за счет экономики, когда сейчас торги пройдут, пускай они готовятся, соответственно. Это на самом деле вообще городу повезло. Роща рядом, очень много ветеранов гуляет, семей. В любую погоду, даже когда там море, дождь, я это все видел, и молодежь там практически собирается.
вот за счет экономии средств максимально давай отдадим, вот сделаем благо. До конца этого года на базе химико-механического техникума откроется кванториум для одаренных ребят. Инициативы молодежи в правительстве республики поддерживают. Глава региона вручил свидетельство стипендиатам, а супругам Ефремовым сертификат на материнский капитал. И еще одна хорошая новость для молодых семей из города Спутника. В ноябре в муниципалитете построят новый детский сад на 200 мест. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Домашним арестантам дадут возможность голосовать на выборах, а герои России и Советского Союза смогут вне очереди получить жилье по социальному найму. Соответствующее решение сегодня принял Государственный совет республики. Подробности расскажет Ольга Пырычкина. Ближайшие выборы в Чувашии должны пройти в 2020 году. Жителям республики предстоит выбрать главу региона. Проголосовать теперь смогут и те, кто находится под домашним арестом. Раньше у них, в отличие от находящихся в следственных изоляторах, такой возможности не было. На уровне федерации поправки в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан приняли в конце прошлого года. Теперь в соответствие привели и местное законодательство. Избирательная комиссия должна обеспечивать возможность участия в голосовании избирателей, в отношении которых в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения мест для голосования. Дополнительными правами наделили и другую категорию граждан. Герои России и Советского Союза, которые родились в Чувашии, смогут вне очереди получить жилье по социальному найму. Им предусматривается предоставление жилых помещений. Конечно, есть определенные требования. Это отсутствие недвижимости на территории Чувашской республики. Кто под такие условия попадает, будут дополнительную поддержку получать. За 28-ю сессию депутаты регионального парламента привели в соответствие с федеральными еще несколько местных законов. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. Безопасность и защита населения при возможных чрезвычайных обстоятельствах была и остается задачей номер один для всех силовых ведомств. На очередном заседании антитеррористической комиссии обсуждались актуальные задачи. Речь идет о комплексе мер по антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры. Социальная и общественно-политическая обстановка, она стабильная. Есть, как всегда, отдельные сигналы, отдельные моменты, на что мы реагировали, не теряя бдительность. И эту бдительность мы не будем терять, и взаимодействие между органами государственной власти, органами местного самоуправления, будем работать на общий наш результат. Синхронизация федеральных и региональных программ в области транспортной безопасности дает положительные результаты. Система видеонаблюдения, созданная в столице республики, позволила сократить число нарушений. В рамках федерального проекта «Умный город» работа в этом направлении будет продолжена. На комиссии обсудили защищенность всех транспортных ворот республики, включая вокзалы, аэропорт и другие. Кроме того, рассмотрели опыт работы научно-образовательного центра по противодействию экстремизму при Чебоксарском кооперативном институте. Чувашей семья артистов Макарских бывает чаще, чем другие исполнители. Все потому, что их концертная деятельность неотделима от благотворительной, а доброта и милосердие востребованы всегда. Концерт Виктории и Антона Макарских в столичном ДК имени Ухсая уже третий в этом году. Он собрал более 800 человек. Многие из них не впервые на творческом вечере артистов. Ночь застенчивой быть перестала, окна гасит в дома. Я укрою тебя одеялом, вдруг приснится зима. Чуваши и Макарские сотрудничают с благотворительным фондом «Время помогать». По меньшей мере, половина билетов на их концерт – это подарок хорошо знакомым адресатам. Православные какие-то, малоимущие семьи и многодетные семьи. То есть, по большому счету, мы делаем творчество артистов, которые приносят добро доступным. Можно ведь добро сделать одному один раз, а можно многим и помаленьку. Вот сейчас, вот сегодня, в данный момент, это многим помаленьку. Живой концерт Виктории и Антона Макарских – яркое музыкальное семейное шоу на сцене. Они поют, читают стихи, рассказывают истории о себе, общаются со зрителями. И так больше 2 часов без перерыва. Земля ночная спит, не слышно ничего.
протяжении всего концерта на сцену не перестают передавать записки со словами благодарности Антону и Виктории, их музыкантам. Самые смелые зрители читают стихи и поют песни вместе с Антоном и Викторией. Это действительно необычный формат эстрадного концерта. Да и артисты признаются, зрители Чувашии просто покорили их своим гостеприимством и открытостью. Люди идут на контакт, как они просят исполнить ту или иную песню, какие аплодисменты, да, какие улыбки, как они поют вместе с нами, как вместе с нами читают стихи. Вот это то, что называется, это то, что называется живой концерт. Такой народ талантливый. Вот. Каждый раз, когда приезжаем, вот не бывает такое, чтобы зрители не приняли участие в концерте. Угу. Так реагируют жены, все. Выходят и поют, и танцуют, и стихи рассказывают. Это просто потрясающе. Причем люди всех возрастов, начиная тут от детей, заканчивая людьми пожилого возраста, это для нас ну, просто праздник какой-то. Мы каждый раз, когда приезжаем в Чебоксары, это все у нас заканчивается так такими что спасибо. Совместными песнями. Огромное танцами. Спасибо за такой прием. Татьяна Трофимова, Павел Редков, Республика. Это все новости на сегодня. Впереди вас ждет информация об участниках выставки «Картофель-2019». А я с вами прощаюсь. До свидания.